дорожный патруль. Ранним субботним утром в ГИБДД прошел развод по ежегодной операции «Снегоход». За последние годы, по словам начальника ОГИБДД по Дмитровскому району Алексея Капранова, в городе и в районе участились случаи незаконного управления снегоходами и их хищения. Заместитель начальника отдела номер один по надзору Виктор Разин провел небольшой инструктаж. Сегодня первый день операции «Снегоход». Это мероприятие проводится с целью выявления использования снегоходов и мотовездеходов без соответствия документов, а также выявление похищенных автосредств. Вообще-то это снегоход является зимней использованием машины по снегу. Ну вот раз в год проводится операция «Снегоход», ну а там раз в год операции «Трактор», операции «Частник». В этом году снег лег поздно, поэтому время этого рейда пришлось перенести на более поздний срок, говорит Виктор Разин. Операция «Снегоход» будет продолжаться месяц с 23 января по 23 февраля включительно. Кроме работников гостехнадзора, в мероприятии задействованы в этом году и сотрудники ГИБДД. В рейде приняли участие 6 экипажей. Сутки практически вот с наступления до 20 часов и завтра с утра опять до 20 часов. Это первый раз в этом году, то, что ГИБДД такую помощь нам оказывает. Те годы, когда проводили, ну да, с экипажами мы связывались, связь имели, но как вот в этом году, столько нам не выдавалось помощи сотрудников ГИБДД. Также в рейде «Снегоход» задействованы сотрудники полиции и охотнадзора. За время нашего рейда нам удалось повстречать лишь один снегоход. И здесь с документами все было в порядке. Операция только началась. И если у вас есть какие-либо проблемы с документами на снегоход, самое время их решить.